Давайте запустим. Я возьму патронаж над локом. Буду бегать, показывать ему, где он должен поставить. Так будет проще. Давайте. Можно по поводу еще раз освещения. Оно будет, метки будут какие-то ставиться чьим-то ДБР? Над головой будет надпись «Осквернение на мне, белый чар». Угу. И еще, лича можете взять в таргет. Он перед осквернением меняет таргет с танка на человека, на которого его мах. Всегда перед осквернением оставляешь свободное ГКД на блинк, понял? Да. Если осквернение тело, выносишь куда угодно, лучше блинком. Не, у меня просто ДБМ не стоит. Оно не будет, там ничего дополнительного не будет говорить. Если у РЛ есть ДБМ, он будет писать осквернение на каждом игроке. Все, супер. И у него стоит галочка «Анонсировать рейду». Да. Рыбу дайте. Пожнеца. Рыбу, да? Рыбу. Что? Шаман, дай, пожалуйста, рыбу, дайте покушать. Кто там умирал, дайте покушать. У меня еще 30 минут рыбы. Лимон, есть сапрот, пропей, если есть? Что есть? Сапрот, зачем? Ребят, ну тут все завышено по магии. То есть тут намного сильнее. Тут понимаешь, когда осквернение выносите, уйдет именно АУЕ охрененно большое. Именно вы танки очень, ну, мягко сказать, не жирные. Маленькие. Да, маленькие. В плане то, что отхилить. Нам потеть с белкой очень сильно придется. А что звездочек? Ой, этих так. Что-то этих так много всяких разных стоит. Его и уберу. А мне главное, чтобы народ не запутался. Ненужные метки я убираю. Боже, мы раньше без меток вообще били. Что, оставлю только кружок, чтобы дальше кружка не выносили, ну, не убегали перед осквернением. Потом ее уберу. Более быструю, чем ты заслуживаешь за то, что замучил и погубил 10... Это что, 28 миллионов? А остается у него что получается? 11%, 2,8 миллиона. 2,8? Да. Не-не-не, маг вообще херачит. Геро. Мульти, зачем бежишь? Блядь, я случайно. Я занервничал. Не потрёмся.
Я сам здесь полишь себя и со всех, кто выносит. И тратьте ГК до хилы. Она дана чума. Чума Честер. Алкаплер. Честер, ты отдал капли, не дал БЗ? Я не давал капли. А что-то что мне ваншотнуло, не могу понять. Ваше заражение по май надо захилить. А, ну там три игрока было одновременно с таким заражением. Да ты лок, масрез делай, да и все. Ну, у меня по 10 тысяч криты только летящие, а что ты хочешь? Тут надо, чтобы все били саппроты, еще раз говорю. Поставил. Чакра тоже не поможет. Нет, просто он если бы себя похилил, просто я двоих хилил, а надеялась, что он себя сам похилил. Да. Не-не-не-не. Не гимна мало уж оставь. А шаман, как ты переагрил чуму? Я не могу понять. Ты очень близко стал к танку или что? Я не знаю. Непонятно. Ну, я выбегал только от ромбика к этой трусам кнопкой влево. Ну, вправо. Вправо, да. Влево сдвинул. Короче, ближе ромбика к танку не должен никто стоять. Вот и все. Почему у вас есть ровно 3 секунды, чтобы лок вот сюда поставить, слышишь? Вот сюда, за метку. Потому что в метке будет трэш. Если ты сюда протанешься и попадешь под пинок шаркача, это ваншот. Катки нету. Тотем на мага отдаю или нет? Каски нету, дайте каску. Вот, такая, поехали. Быструю смерть, Артас. Более быструю, чем ты заслуживаешь за то, что замучил и погубил десятки тысяч душ. Ты пройдешь через эти мучения сам. И будешь молить о пощаде. Но я не буду слушать. Твои отчаянные крики послужат доказательством моей безграничной мощи. Будет так! Герои в атаку! Неподходящее. Я оставлю тебя в живых, чтобы ты любил финал. Не могу допустить, чтобы величайший служитель собрал.
Унтер. Не сыра. Есть все. Гейм мод. Даю, даю. Блять. Спину лечу, бел. Череп, встали, бегом. Ужасный затуп с духами, ужасный затуп с первой лужей. ПС не хватает просто. Да все хватает. Первую лужу сильно разлили, вы просто тупо не отбежали от меня. Я побежал духа в центр вести, кинул из лужи. Двое нас... И духа вы не бьете. Зачем вы бьете лича, блядь? Если остается два духа, добивайте духов сразу, забейте хер на лича. Приоритет духа только Валька.
Есть дух, бьете духа, забили на лича. Появилась валька, бросили духа, бьете вальку. Все, не должны быть в духе, блядь, на второй фазе. Не должны с ними бегать по две минуты. А, можно добавлю. А, когда второй дух появился, обычно играют в более жирного духа, чтобы тот залился автоматически. Нет. Играют в духа с меньшим хп, если их два. Я тебе одно скажу, тут мы не зальем его так, потому что миликов всего у нас один, так сказать. Да, один. Больше я тебе лям целый, не, ну даже полмиллиона будет, я тебе полмиллиона не солью у него. Лок дает в Т4. Я тебе говорю, масса если лить. Т4 АОЕ. Я могу спекнуться во Фростал, у меня почти постоянно там АОЕ идет. Да. Тут АОЕ в принципе не надо. Тут надо точечный дамаг. Очень-очень-очень-очень. Пробивай тебя, звездец. Я очень потею. Ой, тебя не захилили, потому что много бегали, две лужи рядом были. Я тебе буду руки ты кидать. Ты убежал. Я отошел. Я тебя не смог отхилить, даже не мог дать возложение рук, потому что ты очень быстро, резко перебежал. Тебе две перетычки, и все. Сапожки у тебя есть другие? Поменяй. Хуёшки, блядь, сапожки. В смысле сапожки? Типа на быстрой скорости или что? Нет. Рыбу поставил. Оно стакается с сапротом или нет? Нет. Ну, отлично. Не, оно АУЕ, вот эти, честно, когда... Мне с белкой очень хорошо хилит. Меня вот просто белка спасает очень классно. А тут, кстати, вальки получается не до 50, до 0 их надо убивать. И они двигаются. И они двигаются вообще медленно. Подрезание сухожилий кидают, тоже пойдет. Мы даруем тебе быструю смерть, Артас. Более быструю, чем ты заслуживаешь за то, что замучил и погубил десятки тысяч душ. Пройдешь через эти мучения сам и будешь молить о пощаде, но я не буду слушать. Твои отчаянные крики послужат доказательством моей безграничной мощи. Да будет так! Герои в атаку! Да ты что, старкафлю без БЗ никогда не отдавай на танк. Это я знаю. Отъедешь да. Нахуй сразу.
Ну, каплю. Ну, каплю. Почему украли? Дрейди, чума на ведоме. Руки отдал тебе. Я же говорю, украли чуму. Трэш убежал, кардодэшку. Есть чума опять там. Где гневная уж? Гимнаман. Даю. Ребятки. Два трэша убежала в РД-зону. Я их забрал тройным таунтом, но успела чума перекинуться на кого-то. На шамана, снова шаман забрал чуму. Пошел шаман. Шаман не виноват. Шаман не виноват. Прибежал трэш с чумой, три вурда перекинул с чума на рейд. И у меня гнев небес был КД, потому что я отдал шар под берсу. Так что, блин, ну, я виноват, наверное, говорит. Почему не настакнулся в переход? Ну, не убились. Качи эти сраные. Приветствую. Это капайса. Блин, не надо лок. Тут...
чума раз. Ты можешь запускать. Быструю смерть, Артас. Более быструю, чем ты заслуживаешь за то, что замучил и погубил десятки тысяч душ. Ты пройдешь через эти мучения сам. И Влад, дай чё-то. О пощаде, но я не буду слушать. Твои отчаянные крики послужат доказательством моей безумия. Не стал. Ревность. Гимнаману. Даю. Ну ёбаный в рот! Арман. Ой, я встану, встать могу.
Ближе под жопу, чё вы там стояли? Видите? Он упал. В лужу упал, блядь. Смотри, он стоит в центре в луже, блядь, на ловушке, нахуй. Это пиздец. Надежда тает. Как он вообще умер первый раз? Я готов. Первый раз я умер, меня перетащило в центр, и по лугу написано «Гневный дух». Значит, он согрелся на тебя. Согрелся и убил. Возможно, на Войде был визг души, и он там долю секунды не успел танк нажать. Наверное, так получилось. Вы тупо чисто не уважаете хилов. Мы так потеем просто, капец. А вы, сука, дохнете просто. А ты не уважаешь. Хилы умерли. Лок, умри! Лок, умри! Сейчас тебя подымем. Обратно летит, назад. Давай. Да вон маг пусть стол поставит и все. Поставь стол. Блок. О, шикарно. Другая. Смотрите, нет, подожди. Как только Валька вылетела, только схватила, не надо сразу Вальку бежать. Все сразу разбегайтесь, и сразу будет оскорбление. Одновременно же идет первое. Первое нет. Второе, ну, как одновременно. Второе. Первое идет у Валик. Осквернение Вальки. Потом Вальки. И сразу, как Валька схватила, осквернение, по идее. Да, первая Валька хватает, вы можете разойтись, как вам удобно, РДД, и стоять спокойно хуярить. Только не перед Валькой стоять. Если Валька летит, перед ней никого не должно стоять, чтобы не в обороне мог бить, а не бегать по луже. Слева и справа стоим от Вальки. Кто стоит перед лицом Вальки, дно. Интерфейс. Бой, да. Бой.
он и духов будет медленнее вызывать. Мак, дай инту по ханту. Держи мозги. Белка с орехами сидит всегда. Алло, Мак, дай инту. Спасибо. Это нас всего 10 человек, а когда будет 25, платформа не увеличивается, все то же самое. Да будет так. Герои в атаку! Каску, Лимон, дай мне что-нибудь, что мне... Дим на ману. Давай. На мне. Ай-яй-яй. Да, это пизда. Роме! Все, перекинули. Задум. А
вашем все равно упали 9 стаков всего лишь чума. Шаман-то очень долго выбегает. Ты почти 2 секунды в рейде стояла, это очень много. Я смотрю по хилботу и по цифре, которая возле категории. Ну, если появляется зеленый дебаф, я сразу бегу. Так я по хилботу ориентируюсь, ты стоишь. Вот, у меня ощущение, что просто ком сломал. Ну да. Пока они на X1 кидают с танков. Плохо, что если осквернение на МТ кидается, это плохо. Ну да. X1 тоже не кидалось, а потом сделали, чтобы кидалось. Давно какое-то. Ну по офи-то она не должна кидать. Помимо этого еще одна рыба стала. Долго духов заливаем ДПСом впритык. Все. ДПСом впритык. Да я всегда по КД жму, без разницы во что. А кто сейчас при переходке сагрил моб? Смерть, Артас. Более быструю, чем ты заслуживаешь за то, что замучил и погубил десятки тысяч душ. Давайте 2 секунды Вару тогда. Учитывайте, что у него еще может быть виск после предыдущего. Поэтому кто там... А сколько КД у этого? У Ханта на пуле? Я только могу напуливать первого и третьего. Ну вот. То есть первого. Ну так раз сферы заменит кто-то, я не могу делать все абсолютно, блядь, бегать нахуй. Сферы бить, блядь, и на пулы давать. Да будет так. Герои в атаку! 4. Я оставлю тебя в живых, чтобы ты увидел себя. Не могу допустить, чтобы величайший служитель сфера пропустил рождение. Задум лок. Спасибо, что Бершу снимает, я мешаю таунт. Не хватает процента меткости. Мак. Когда не блинкуешь под мак.
Дим на ману. Разбежали! Везде стоим, короче. Почему ты босса не отворачиваешь к осверлению? А меня не сломали. Так, скажите, я дам. А какие саппорты, Честер, блин? Первую фазу выводим. Мир тебе. Да хранят тебя предки. Требую повторения. А знаешь, почему именно вводят эти саппорты пить? Потому что эти ауе охуенно сильная, очень сильная ауе. Когда саппорта пьет, чуть меньше. Ну ладно! Окей. Все есть, у меня рейд фримов нет, а так все есть. Там на цепух можешь помочь. Есть. Что, любви-то нету?
Есть рыба.